Мира Амирова попала в шимкентский дом несколько лет назад. О своей истории несчастной любви рассказывать неохотно. Узнав о беременности, молодой человек от ребенка отказался. Девушка в отчаянии, испугавшись реакции родственников, ушла в дом мамы. Здесь на свет появилась ее дочь. И спустя несколько лет Мира встретила вторую половинку. Мы здесь живем одной семьей. Полгода назад познакомились с парнем, и вот он сделал мне предложение. Дом мамы для нас как родной дом, нам всегда помогают. Вот сегодня нас поздравили наши друзья из магазина «Технодом». Они всегда нам помогают, и это очень приятно. Спасибо всем за помощь. Сотрудники национальной сети «Технодом» регулярно уделяют внимание постояльцам дома мамы. К Международному женскому дню вручили подарки. Сотрудники сети магазинов обещают, что это не последняя подобная акция. Хотелось бы поздравить всех женщин с 8 марта, пожелать им здоровья, женского счастья, добра, любви и удачи. Шадин Саидов, Талгат Абдинабиев, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «УТРАР».